Масленица, пожалуй, единственный праздник, сохранивший истинный дух Древней Руси. Шумные веселые народные гуляния, яркие наряды, богатый стол – воплощение широкой русской души. Семидневное веселье посвящено проводам холодной зимы и заканчивается символической встречей весны. Половина случайных прохожих скажет, что это языческий праздник, другая – что православный. Все они правы. С приходом христианства изменился только день празднования, который определяется в зависимости от начала Великого Поста. Отпраздновав, как велит обычай, удивитесь тому, что успели всех посетить, угостить и, как положено, в прощенное воскресенье всех простить. Всей душой поздравляем с праздником прихода весны. Побольше вам огромных пышущих жаром блинов. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С масленицей, наши любимые зрители!